Всем приветики. Хотел бы показать вам вариант того, как можно разбудить ваших соседей. Причем неважно, нижних, верхних или боковых. Там, допустим, они гудели всю ночь, а утром мы легли спать. И вы можете их разбудить всего лишь подушкой. Просто берете и делаете вот так. Бьете в стену. Ну, я сейчас не ударял, я просто показал. А ударял, как я ударяю, это с размаху. Завожу подушку за спину и со всей силы бью по стене. То есть, вот так. Звук довольно-таки мощный. А как это звучит из-за стены? Сейчас я пойду туда за стену и ударю там, а вы здесь послушаете. Ну, вот, собственно, и все. Не знаю, что вы там слышали, но этот звук реально мощный. Почему я, откуда я это знаю? Была такая история. Когда-то, когда они еще жили надо мной, мои верхние, и шумели, и потом они улеглись спать, а я еще не спал, они вот прямо надо мной здесь улеглись, я слышал, и просто взял подушку. И вверх. Ну, то есть, а я ее держал, она висела у меня возле ног, и я со всей силы с размаху ей ударил вверх. Я стоял на кровати и ударил в потолок. И сразу лег, и лежу, слушаю. И от удара слышу такое. Была тишина сверху. Ну, то они шумели все время, в этом раз затихли, спать легли. Я ударяю подушкой в потолок, и сам затихаю, и только слышу. Малой у них там заплакал. Ну, там, получается, мамка надо мной спала с ребенком. Слышно, поднимается кто-то и пошел в ванну. Слышно, вода включается, потом возвращается обратно. Я так думаю, что от удара ребенок проснулся и обкакался. Она пошла мыть его там пеленки. Вот. Так что эта штука реально работает. Через этот удар я разбудил спящего ребенка. Так что это мощная штука, я уже сам в ней убедился. Ну, не то чтобы мощная, но она работает. Я убедился на личном опыте. Правда, я так всего один раз сделал. Вот. Но такое было. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покедова.